Шаббат шалом, дорогая община, дорогие люди, которые присоединились к нам вне общинского круга для поста и молитвы. Мы продолжаем наш путь, тот, что мы задумали в течение 21 дня. Я очень благодарен Богу, что сегодня уже 9-й день, а это означает, что мы движемся вперед. Для назидания хочу оставить место Писания, которое очень дорого мне, потому что я люблю Библию, читать ее именно таким образом, где каждое слово имеет вспоможение для человека. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это послание к евреям, 10 глава, 24 стих. Поощряя друг друга. Я хочу вас ободрить и сказать, что добро помогать. Хорошо помогать людям, которые нуждаются. И в этот шаббат, возможно, вы не видите друг друга, потому что не собрались в общине. Мы это делаем в онлайн. Но также хорошо, когда мы можем позвонить друг другу и пообщаться, назидая друг друга, поощряя к любви и добрым делам.